Ты меня не слушаешь, Аюмо. Это же не я вел машину. Дюн, да какая разница? У нас больше нет выбора. Теперь мы выступаем за Джерико. Нет, нет, нет! Таким людям нет не говорят, если только не хочешь закончить как крюк. На 2 секунды отвернуться нельзя, как вы спутались с Джерико? Как вы? Дюн, знаешь, как выпутаться? Скажи, Джерико рулит всеми гонками. У нас нет выбора. О, черт. Вообще без рук. Ой! Да шучу я, шучу. Или не шучу? Мы где? Не впереди. Нет, 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 нет! Я нечаянно. Поберегись. Было бы легче, если бы вокруг не было других машин. Точно. Смотри, я могу одной рукой так вести. Класс! Супер посадка. Ха, то-то же. Ичи! Чего? Ну, первое место. Ты что, сел за руль японский забыл? Отлично. Мы ведь здесь ради этого, да? А еще выиграть гонку. Класс, дави на педаль. Ну а я что делаю? Потрясно, Тюн. Первый, парень! Победа! Черт, прости! Ты не извиняйся, а веди лучше! Давай! Я думал, мы в лепешку расшибемся! Больше оптимизма! Я ослеп! Ничего не вижу! Глаза открой! Я снова вижу! Чудо! Это победа, Джон! Как ты меня назвал? Дзю, тебя так зовут, брат. А мне показалось. Ладно. Поберегись! Прочь с дороги! Моя школа. Последний рывок. Покажем Джерико, что нам плевать. В смысле, выиграем гонку, чтобы он нас не прибил? Вот именно. Победили. Джерико будет доволен. Может, он даже нас отпустит. А ему, смотри на вещи трезво. Джерико бандит и убийца. Забирай выигрыш и беги со всех ног. Thank you.
Как там, Ордал? Да ну тебя! Надо на тебя колокольчик повесить. Прости. Ордал? На деле. Хочешь, поищем? Да, продвинем в пищевой цепочке. Без глупостей, сделай все чисто. А как же? Главное, поаккуратней с Орделом. Если его поджарят, как это сделали с Карлом Крюгом, виноват будешь ты. Не дави на меня. Как думаешь, эта Лейла там еще объявится? Если у Джерика намечается что-то важное, он ее вызывает. И чего ты ждешь, собственно? Ничего. Тогда поехали. Недолго получилось. Полиция. Никогда от меня не отстает. Оторвись от них. Потом я скажу, куда ехать. Меня зовут Ордал. А вы? Я твой пассажир, Ордал. Рад встрече. Извините. Мне плевать. Главное, не тормози. Вы как? Главное, до места довези. Так, что у нас сегодня в планах? В планах? С Джерик. Слишком много вопросов. Что теперь? Вези в промышленную зону. Отвезти и все? О, да у тебя есть волшебная палочка. Нет, я про... Еще хоть слово, Ордел. Хоть одно... Может, расскажете, откуда копы про нас узнали? Еще чего. Вы были правы. И здесь они. Предсказуемо. Надо проехать в сторону Сутра. Любым путем. Но как? Отвези меня на ту сторону. Машина с жучком? Я в ней сижу. Этого достаточно. Когда я вас довезу, что-то еще надо сделать? Доставь меня к большому ангару на нижнем склоне. Там мы распрощаемся, так что делать больше ничего не надо. Одним меньше. Тормози и купи себе медаль. Прошу прощения. Это лишнее. Серьезно, когда доберемся? Когда-нибудь видел человека в госпитале? Все эти приборы, экраны. А у него такой беспомощный взгляд. И знаешь, что в этом взгляде? Нет. Что? Он думает, эх, зря я задавал столько тупых вопросов. Вы скажете, Джерика, что я все сделал правильно? Пока я не окажусь на месте, и еще ничего не сделал. Хочешь произвести впечатление? Ай, езжай давай. Простите. Езжай. Мы от них уходим. Устроить тебе праздник. Что, правда? Да. Все еще стараешься? Ага. Старайся лучше. Я за вождение оценок не ставлю. Главное, довези до места.
Что дальше? Это тебя. Алло? Не знаю, что там у тебя, Ардел, но пока ты в деле. Скоро будет заказ. Большой. Так что лажа не допускается. Ясно? Конечно, ясно. Похоже, у Ардела все на мази. Так что буду висеть у него на хвосте. Это мне нравится. Ардел скоро все выяснит про теракт, который задумал Джерика, и в городе появился новый человек. А крупное дело, о котором говорила Лейла. Похоже, наши труды все-таки не прошли даром. Знаешь что, баба, вообще-то нам грузовик не нужен. Ну, а зачем вы меня позвали? Ты приманка, болван. Удачи с копами. Шуроп, я тебе отомщу. Баба Дубая такого не прощает. Прости, баба, но деньги приятнее всех взять, не делясь. В общем, я так решил. Черт, я всю эту свору приведу обратно, а потом с тобой разберусь. Валяй, баба, черт, да с два ты прорвешься мимо копов, чтобы меня поймать. Удачи, кретин! Отведу копов туда, где настоящие преступники. Пусть поработают. Ты с кем болтаешь, баба? Богу молишься? Этот грузовик крепкий, как танк, но долго он так не выдержит. Я уж постараюсь протянуть как можно дальше. Белый недоносок. Эй, Шуруп, я тебя вижу. Черт, даже такой здоровенный грузовик долго не протянет. От этой долбёжки шарики за ролики. Ничего, в тюряге отдохнёшь. Так и знал, что с тобой будут проблемы. Теперь пора раздолбать этого ворюгу. Вся соль уходит на быт... Пора с этим покончить.
Эй, дружище, нам это нравится? Ага. А ты к чему это? К чему ты? Классные татуировки. На зоне побывал, да? Лучше веди давай, ладно? У меня нет вида на жительство, поэтому я согласен на любую работу. Держись, старушка. Болтай за свои фуры, баба, последняя надежда. Ах ты, тупомордый, козлячий урод. Ну что, нравится тебе, а? Черт, баба, как мы до такого дошли? Два идиота, здравого смысла, как у цыпленка. Думали только, как другого подставить. Вот так и дошли. Thank you.